Машка, познавашка. Ребята, смотрите, на дороге стоит какая-то тень. Это тень? Это силуэт одной из машинок. И сейчас мы узнаем, какой. Давайте начнем по порядку. Первая у нас скорая помощь, и это ее тень. А вот и второй силуэт. Интересно, какая машинка ему подойдет? Я думаю, это следующая в очереди машинка. Полицейская. Нет, не подходит. За полицейской машинкой у нас стоит такси. И этот силуэт очень на нее похож. Давайте ее примерим. Подходит, подходит. Эта тень принадлежит такси. Ух ты, какая огроменная тень. Наверное, она подойдет самой большой машинке. И это пожарная машина. Все верно, умняшка. Пожарная машина самая большая среди этих машинок. А эта тень напоминает мне школьный автобус. Моего братика на таком возят в школу. Сейчас примерим. Точно, это школьный автобус. А это я точно знаю. Это силуэт эвакуатора. И ошибки быть не может. Его я узнаю даже из тысячи машинок. Сейчас проверим. Ты не ошиблась, умняшка. Это действительно эвакуатор. Осталась последняя тень. Ну, это совсем легко. Почему так легко, умняшка? Ну ты же взрослая, разве не понимаешь? Потому что осталась всего лишь одна машинка. Полицейский автомобиль. Молодец, умняшка. Ты очень быстро справилась. А сейчас давайте еще раз посмотрим на все машинки. Скорая помощь! Такси! Пожарная машина! Школьный автобус! Эвакуатор. И последняя у нас полицейская машинка. Всем пока! Если тебе понравились мои мультики, подписывайся на канал. Скачать это приложение можно с Google Play или App Store.